Зарядиться положительными эмоциями позволит комедия «Опасные мальчики». 22 июня ее представит Чебоксарский камерный театр. Если квартира на первом этаже, это не значит, что нужно через балкон. Я че виноват, что у вас домофон не работает? Инна и Макс хотят усыновить ребенка. Молодая семья проходит через длительные бюрократические процедуры. Сбор необходимых документов и справок об устройстве квартиры. Супруги готовы сдать все экзамены, чтобы стать родителями. Но на их пути то и дело возникают сложности. У главного героя есть два младших брата, которые искренне хотят помочь своим родственникам. Но из-за их поступков, продиктованных благими намерениями, семья попадает в череду непредвиденных обстоятельств, которые отодвигают заветную цель. И в течение этого спектакля, неважно какими способами, мы раскрываем свою любовь. Любовь к друг другу, да. Как семья, настоящая семья. Мы боремся, ну, хоть и получается иногда очень странно, но в любом случае это про то, что семья держится в первую очередь только друг за друга. Спектакль поставлен по сценарию Александра Коровкина. «Опасные мальчики» – это комедия положений в двух действиях. Смогут ли главные герои преодолеть все трудности и достичь желаемого? А главное – постичь гармонию в отношениях. Своим близким мы хотим, так скажем, насильно причинить добро. Со стороны нам кажется, что мы лучше знаем, что им нужно и как им можно помочь в какой-то непростой жизненной ситуации. Но на самом-то деле этим мы можем причинить какой-то вред отношениям, ситуации. Вот. И как раз-таки такая ситуация может привести к опасности. Как разрешится непростая ситуация? Забавный спектакль, который, кстати, звучит злободневно, расставляет все акценты. Финал будет неожиданным. Лидия Галактионова, Виктор Степанов, «Вести», Чувашия.